Девчоночки, привет-привет. Мальчики тоже, большой привет. Как вы поживаете? Как ваши делишки, детишки? Все хорошо. Я сегодня буду кушать бриз. Такой. И запивать водичкой. И хотела сказать вам, что у нашей Надежды Милоежки есть второй влог, второй канал. У нее Надежда Арифуллина наша. Вот. У нее там будет еда, жизнь и все остальное интересное. Вот. Видосики будут такие. Так что подписывайтесь, пожалуйста, к ней. И давайте вместе как-то будем помогать продвигать канал. Да? Вот. Спасибо вам большое. И еще хотела сказать, что оставлю ссылочку под этим видео. Хорошо, спасибо вам. И, наверное, начнем. Мерхаба такип чилерим, насылсыңыз, иймисиңиз. Бүгүн садаже тебешир бриз. Сэр, насыл билмиёрум, бакачас. Hi, my dear, how are you? Чалк бриз. Сделала новую, ну как бы камеру скачала, хочу посмотреть, как будет. Но мне кажется, что голос идет вперед, а как бы запаздывает, да, что-то. Ну посмотрим, как будет. Это первый раз хочу попробовать вот эту вот какую-то камеру там. Просто супер сухой. Вкус. Ну, вкус какой? Наверное, должен был маленько постоять. Чисто классический. Меловой вкус. Ничем не отдает ни побелкой, ни пылью. Ничем.
Тады кокусы йок. Сададжа классик. Очень комфортно для зубов. Супер напудренный, просто. Чем приятно кушать.
мелкие крупинки до конца. Крупиночки не дают сразу проглотить. Водичка закончилась. Сейчас принесу. Продолжим. Очень сухой мел. Крупинка есть. Вкус классический. По зубам. Очень по форме. Приятно жевать. Еще раз скажу вам, девочки, мальчики. Влог Надежда Арифуллина. Подписывайтесь. Еда, жизнь. Все остальное, кроме поедания мела. Интересно там. Я видела уже, как она там кушает. Ханум без суши. Аппетитно очень. Так что подписывайтесь, пожалуйста, к ней. Будем друг другу помогать. Я думаю, это хороший вариант. Дружить и помогать. Так что спасибочки вам. Люблю вас. Целую. Новый год приближается.
у всех настроение праздничное, наверное, кто-то уже может начал праздновать. Вот. Вот еще кюредаем так и пчелорам. Шуфи дёнки алтыда. Башка бе влог ненке адресыны язарым. Язычам. Лютфен, абоне олым. Такип этим. Яны Русиядан бе кыз. Риджа этти. O yüzden böyle bir reklam veriyorum. Belki de beğeneceksiniz. Şu videonun altında o kızınki vlog adresi olacak. Teşekkürler. Seviyorum, öpüyorum. Thank you my dear. I love you. Ну все. Пока-пока. На вечером, может быть, поем Туркестан плитки. Что-то мне захотелось. Вчера маленько попробовала тоже. Очень вкусно. Вот. Ну, если будет время, обязательно. Если не будет, значит завтра. Все, пока-пока. Целую вас. Во-первых, северу.